Шанс что-то изменить выпал иркутянам. Их приглашают поучаствовать в решении государственных вопросов. 30 января в областном центре пройдет общественное обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации, предложенных президентом страны. Слушания начнутся в 15:00 по адресу улица Сухобатора, дом 16. Напомним, 15 января во время традиционного послания главы государства Федеральному собранию было предложено внести в главный документ страны некоторые поправки. Накануне депутаты Государственной Думы уже единогласно поддержали инициативу Владимира Путина. В ближайшее время начнет обсуждение так называемая рабочая группа, в которую вошел в том числе уроженец нашего региона, пианист Денис Мацуев. Ему в числе прочих экспертов предстоит подготовить и правильно оформить изменения в Конституцию. Основные поправки касаются социальной сферы, например, закрепление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, регулярные индексации пенсии. Помимо этого, в главном документе страны планируется закрепить приоритет российского права над международным, расширить полномочия Госдумы и даже ужесточить требования к кандидатам в президенты.